Вот такой триколор и стал сигналом к старту. От администрации Центрального района до олимпийских символов на Платановой аллее неторопливым шагом прошли десятки школьников, студентов, ветеранов, сотрудников ТОС и администрации. С лозунгами «Я люблю Сочи и спорт» на финише колонну встречали песенные и танцевальные коллективы города. Также участники мероприятия выступили в поддержку хартии «Я люблю Сочи», постулатами которой являются 5 основных направлений социальной активности, которую может проявить любой житель курорта во благо своего родного города. Мы занимаемся спортом. Наши девочки ходят, танцевальный кружок танцует. Ну, плавает до сих пор еще. Кто-то в бассейне, кто-то еще на море до сих пор ходит. У нас хорошая группа здоровья. Вот все наши ветераны здесь. Ну, потому что мы любим этот город. Мы занимаемся, вот забираем подписи под хартии. Мы действительно помогаем городу, делаем ремонт, сажаем цветы. Ну, этот город, вы представляете, это счастье, что люди живут в этом городе.